Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 640. Фирма арендует 3 помещения общей площадью 166 метров квадратных. Площадь одного из них в 1,5 раза больше площади другого и на 6 меньше площади третьего. Найти площадь каждого помещения. Итак, у нас идет речь о 3 помещениях. Обозначим через x метров квадратных площадь 2 помещения. Согласно условию, площадь первого, одного из них, в 1,5 раза больше, чем второго. Значит, первого офиса площадь будет 1,5 умноженная на x метров квадратных. У третьего площадь же будет. Мы берем площадь второго и прибавляем 6. Это будет площадь третьего офиса. Также, согласно условиям, мы знаем, что всего площадь 3 помещений 166 метров квадратных. Уравнение примет вид. Х плюс 1,5х плюс 1,5х плюс 6 – 166. Упрощаем. Слева остается 4х, справа мы из 166 вычитаем 6 – 160. Х равняется 40. 40 мы нашли площадь 2 помещения. 1,5 умноженное на 40 – 60 метров квадратных. Площадь 2 помещения. И 60 плюс 6 – 66 метров квадратных. Площадь 3 помещения. Больше видео подписывайтесь на наш канал на YouTube.